Спасибо, дорогуша. Нет, так дела не пойдут. Мне нужно найти себе работу. Я не могу работать рядом с Ягозом, не можем мы быть вместе. Мама, может я не приду? Нет у меня настроения, я домой иду. Вы покушайте, сынок. Так не пойдет, ты дал мне слово. Послушай, я пришла и жду. Ладно, мама, я приду, чтобы тебя не расстраивать. Но я могу уйти пораньше. Хорошо, сынок, хорошо, как знаешь. Ну давай, скорее приходи, я жду. Хорошо, мама, я зайду домой и сразу туда. Эта девушка тебе по судьбе. Я чувствую это. Вот познакомитесь вы с первого взгляда влюбитесь друг в друга. Записываю сюда. Сыночек, добро пожаловать. Привет, матушка. Она еще не пришла? Она придет, потерпи немного. Мама, не люблю, когда ты меня с девушками знакомишь. Ты это знаешь. Я поблагодарю ее за то, что она помогла тебе, а потом уйду. Да ты иди, иди, сядь, сядь, сядь. Сыночек, я мама, я все вижу. Столько дней ты явно не в себе. Я вижу это, и от этого мне очень больно. Твой отец немного рассказывал об этой девушке, Элюль. Она очень обидела тебя, разбила твое сердце. Ты еще очень молод, мой хороший. Ты красивый, мужественный, умный. Ты мой единственный сыночек. Ты вновь полюбишь. Ты встретишь девушек гораздо лучше, гораздо красивее. Аллах отправит тебе девушку гораздо лучше, я уверена. Причем... Кто знает, может это случится именно сегодня. Мама, прошу тебя, давай закроем эту тему. Сынок, ты выслушай меня. Послушай, эта девушка, ее семья, они порядочные люди. Она такая красивая, у нее такое невинное лицо. Я увидела ее и сразу полюбила. Она относится уважительно, она так располагает к себе, такая воспитанная она. И она такая смелая, она так побежала за этим воришкой. Я сразу там поняла, что она достойная жена для моего сына. Вы так подойдете друг к другу. Окружающие будут думать, что вы связаны друг с другом по судьбе. Сыночек, она другая. Ты мамочку послушай, потом поймешь, что я была права. Мама, некоторое время я не хочу ни с кем связываться. Я хочу заниматься работой и учебой. Сыночек, работай и учись, но не забывай о девушках. Ну же, доченька, ты тоже приди поскорей. Ты заставишь Ягоза забыть эту девушку, я знаю. Ты снова сделаешь его счастливым. Как же так? Его что, не поймали? Другого что ли поймали? Иди сюда, иди сюда. Помогите, этот человек вор.
Ты начинай наполнять на стол. Придет очень важный гость. Конечно. Твой гость опаздывает. Интересно, может что-то случилось? Нет. Ничего не случилось. Она скоро придет. В этот раз он не мог спастись от меня. Надеюсь, в этот раз он понесет наказание. Спасибо большое, господин полицейский.